Смотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой. Даже боюсь на балконе стоять. На Росії вирує негода. Впродовж тижня шквальний вітер рвав електромережу, ламав дерева та зносив дахи будинків. Непереливки було в Сибірі та Криму, Іркутській області, Кузбасі, Красноярському, Алтайському та Краснодарському краях. В Кемеровській області жертвами негоди стали троє, ще два десятки людей травмовані. Там чоловік. Нет, не один. Там не один, их там несколько. У інших регіонах – дощі з мокрим снігом. Від такої кількості опадів у Троїцьку попливли дороги. В очередной раз сьогодні вже вторая машина застряла. Вот. Вот так. І як вона отсюда виберется, це неізвісно. Нам некому хлеба купить, не говоря уже о том, что вызвать скорую помощь мы не можем. І це ще пощастило. В Якутії не лише швидка, і самі мешканці будинку не можуть дістатися власного житла. Вода затопила старенький барак і перекрила усі підходи до нього. До слова, республіка видобуває 30% усіх алмазів світу. Але гроші якутян йдуть не на їхній добробут, а на війну. Ось так от, нахуй. Весь двор уже затопило. В подъезд не зайти никак. Приплыли. Вот эта канализация, уже 3 месяца занимаемся. Просим ЖЭК, ЖЭК на водоканал. Водоканал не может принять наши заявки в связи с тем, что не хватает рабочих сил. Канализация уже перешла на дорогу. Вон он, люк. И через него, через верх, идет на дорогу. Ванизм невозможный. В квартирах вообще невозможно находиться, потому что мочой воняет вовсю. Просим помочь нам. На допомогу чекати дарма. В Мордорі не до ремонтів. Листопад на болота приніс чергову хвилю інфляції. Вона перевищила 7%, хоча ще весною Центробанк обіцяв значно менші цифри. Найбільше ціни підскочили на овочі та фрукти. За даними Росстату, банани на Росії подорожчали на понад 40%, помідори – на 30%, капуста – майже на 20%. Ціна на курятину зросла майже втричі. А яйца на чверть. Будем стараться выжить. По ощущениям, вот чисто без анализа, да, подросли цены. Если еще подрастут, наверное, буду переходить на хлеб с водой. Очень сильно изменились цены. Очень выросли 1,5, а то и 2 раза. Это только продукты. Остальные вообще зашквар. 3 раза точно. Раньше мог на 1000 рублей купить, закупиться дня на 3-4 спокойно. Сейчас 1000 рублей – это вообще ничто. Ты покупаешь продукты только вот ежедневные. Подгузники в 2-3 раза дороже. Все полностью детское питание в 2 раза дороже. Я уж не говорю про детскую смесь. Она просто, она не в 2, она в 4 раза дороже стала. Мы, как всегда, русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот мы вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Вот. Будем креститься дальше. Мой любимый магазин, но что-то мне тут никогда ничего не достается. Я обычно хожу и думаю, как бы тут что-нибудь вырвать на этой помойке, где выбрасывают продукты. Вот люди, все говорят, там пьяницы роются и все прочее. Вот обыкновенные люди, нормальные, не пьяницы, не бомжи, одеты прилично. Но нищета, она заебала всех, блядь. Она не заебала только Путина. Ой, добрый день, дорогие мои. Что тут сегодня вкусного? Сейчас, я подвину, подвину. Вот есть что-нибудь интересное? Есть. Я вот все время думаю, как бы тут порыться. А то, сука, Путин не верит, блядь, что роются русские на помойках.
не вистачає не лише грошей, а й чоловіків, волають жінки на Росії. Нині узялися чекати? Ні, не на повернення ординців. Одні – так званих тимурівців, інші – афроамериканців. За отсутствие мужчины некоторые простые дела стали непосильными. Например, нужны были дрова для бани, а привезти их возможности не было. Очень трудно без мужчины, очень трудно без какой-то помощи. Повернись, Настя, ты как дубленку-то одела? Это же вон чтобы там. Чтобы не продуло. Так ты ее кверх ногами одела. Так я папина одела. У тебя капюшон внизу? У меня бы дома было. Я папина одела. Непонятно. Мне не нужны ваши переписки. Мне не нужны ваши, как ты поживаешь. И доброе утро мне ваше, нахуй. И спокойной ночи мне тоже не нужно. Мне нужно, чтобы мы, сука, встретились и провели с вами время. Сидеть и переписываться с вами до скончания, блядь, пока у меня климакс, блядь, начнется, я не собираюсь. Я не понимаю, кому такая красота достанется? Кому она же достанется? Мне кажется, она достанется какому-то черному парню из Карибских, блядь, островов, с хорошей мускулатурой там и там. Вот, который будет здоровый питаться, не будет ебать мозги. А дістанеться краса, вочевидь, не руським. Поки орки воюють в Україні, їхні місця справно займають мігранти. Хоча й на них військкомати влаштовують облави, але все ж багатьом вдається надійно сховатись в обіймах наречених героїв СВО. Єля. Ты Егору изменяешь? Это нормально то, что ты сейчас сидишь? Ну, поняла. Я русский, а ты узбек, да? И чё, в ответ придёт, что ли? Ты узбек, да? Тебя это касается, кто я? Я тебе должен объяснять, пошёл тебе твёрдо. Держи, нахуй, чувак! Ах ты, блин! Ах ты, ебало! Ах ты! Ты успех, сука! Я ж похоронил крапа! Ах ты! Дагестани, чеченці їдуть, вірніше, ті кадировці, якути їдуть, там, ну я не знаю, ну много хто сюди їде. А вони, це теж слов'яни чи ні? Так, це слов'яни. Хто? Якути, слов'яни? А хто вони? Ну давай, честно говоря, сейчас тебя, давай тоже, мы тебя на север тебя отправим, где там всегда холодно. У их глаза, у них получается узкими становятся.